Блять, друг друга решили перебить. We must protect the queen. Ты запорол! Уф! Do you know the way? Перед просмотром ролика хочу рассказать о крутом проекте MyCSGO. Здесь ты сможешь открывать кейсы CSGO на любой вкус, создавать контракты обмена и участвовать в дуэлях с друзьями. А по промокоду Quantum ты получишь вкусный бонус при пополнении. MyCSGO.net. Ссылки в описании. Hola, amigos, вечер добрый. С вами Quantum, с вами Kratos, с вами Соло и с вами Медалист. И добро пожаловать. Сегодня CSGO Knuckles Маньяк. Всем привет! Всем здорово, ребят. Здрасте. Так, вообще Knuckles. Сегодня будет веселая серия, желаю вам приятного просмотра, ну а мы начинаем. Ну мы пошли, мы пошли, вы держитесь. Как-то да. Слушай, я же вас найду и вам пизда, Ёпс, да? Тудей. Ты, значит, что испугался? Ничего не сказать? А что за звук был? Чё это? Заходи, блядь. А, блядь! Я офигел. Я тоже офигел сейчас от того, как Антон офигел. Нифига. А тут, ой, тут есть куда свалить. Пацаны, меня сняли. Дай выйду. И выходи. Я пошел вас искать. Пацаны, он вышел. Он я вышел? Пошел вам вставлять огурцы. Память. О, блядь. Ты его прокинул туда, да? Да. Хорош. Нихуя себе. Дважды прокинул. Это я сам уже сам себя. Все, да, уйди, пожалуйста. Это я тебя прокинул, понял? Банан, мне нужно спасти. Я, блядь, смотри, я подбегаю, оп, делаю, блядь, все, в бан, блядь, идешь. Ёб твою мать. Ух ты, привет, у нас большой минус дядя Антон. Крат. Нет. Сюда уходи отсюда. Не, подожди, да он еще ж не пришел, типа. О. Уходи! Дверь закрой! Какого ты приперся сюда? Какого хера вы делаете, ребята? А тут дырки, пацаны, вы в курсе? А ну сядь, Антон. С клетчатыми диванами на первом этаже. Тут еще есть шкаф, стол, все дела. О, да там у вас улыбка коллектива. Спасибо, конечно! Какой-то сучок какой-то, а? Подвинься! Вы такие умные! Нихуя, ребята, вы... Мурлан, выше степени! Я при чем? Ты запорол! Уф! Do you know the way? Я такого никак не ожидал! Пришел, подпер, я не спасся! Привет, здрасте! Здрасте, привет! Я там на небесах на вас матерюсь, поняли, блин? На Данила в особенности! Я вообще ни при чем здесь! Я понял, медалист, я понял. Да что с тобой не так сегодня? Суки, да что ж, смотрите, жулики, блядь! Жулики, просто спрятались! Ты жулик, жучара! Ты сюда. Ой, бля. Ой-ой. Блядь! Ух, собака, блядь! Да пусть зайдет, да забей, все. Нет, блядь, заходи. А, сука! Я тебе пальцы отрывал. Еще этот, да пусть зайдет. Заходи. Да заходи, медалист. Ладно, медалист, заходи, так и будь провалиться. Заходи. Сверху, вот тут вот сверху. Да зайди, медалист, ты достал. Да в смысле, блядь, зайти? Ты дверь мне, блядь, открой. А, это я что? Да заходи. Открой, сюда, заходи. Заходи. Чувак, ты в курсе, что типа я вообще дверь не трогал последний раз? Я тоже ее не трогал, блядь. Кто ее заходил, я не пойму. Вот там телепорт. Да, мне говорит, заходи, блядь. Да ну суки, все, спали. Так я же и троллю тебя, типа, да. Ну да, там на Е надо нажимать, чтобы попасть к тебе, или подняться просто. Ну вот, на диван на Е нужно нажимать, или вот. На какой диван? От души. О, Knuckles, привет. Закрой дверь. Knuckles, посмотри сзади, у тебя там это, видишь диван, он на Е нажимается или там подняться надо? Вот это? Жопа тебе. Пидор. Антон спалил, сука. Что ли? Понятно. Вот пидор, гадкий, а, вот гадкий пидор. Он работает пидор. На меня. Молодец, Антон. Просто мне пришлось сваливать экстренно. Такой гадкий ты, гад. Фу. А что, блядь, почему не работают так... нахуй? О, полетел. На, нахер. Собака! МП3. Медалист, второй этаж. Да, медалист, второй этаж. Тихо. Пизды-то вам давать надо еще? Нет. Второй этаж. Да сука. Хотел как-то это перепрыгнуть, залезть, но может быть ты со стороночки, ебать, там. В пиз.
пизду эту карту, в пизду это все. Медалист, прыгай, иди на улицу, я на улице медалист. Ля-ля-ля. О, привет. Ля-ля-ля. Да ёбаный ты насос. О, да привет, банан. О, привет, банан. Смотри, что тут есть. Чё? Я вас не нашел, я вас просто... Нифига. Нормальная тема, победа. Медалист, иди сюда быстрее. Иди сюда. Залазь. Все, смотри. Понял? Туда нажимай. Да, если он с другой стороны, ты что меня за дебил ты держишь? Ты вообще нажимать буду? Я выхожу через две. Одну и... Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Есть компания Oriflame. И я иду к вам. Как ваши дела? Наши дела хорошо, а ваши как дела? Наши тоже неплохо. Но, в принципе, ты можешь зайти в дом и спросить об этом лично. Зачем вот это по телефону? Да? А вы ждете меня? Конечно. Вот нет. Я нет. Честно. А, сука, он знает эту нычку. Фига я заниженный. Да ты дурак. Ебан я заниженный, ничего не вижу, как приора. Он знал эту нычку, бля, ты не будешь. Кошмар. Вижу, бля. Да я себя, короче, ТП удрал. Он самая нычка, бля. Слада, это я? Здравствуй. Ты че так пугаешься-то? Почему я тебя за ноги режу-то? Я не понимаю, какой-то вверх-вниз дергаюсь. Короче, Антон говорит, это я сзади тебя. Я такой успокоился, поворачиваюсь. Это Данил уже, блин. За пятку меня чисто чиркает ножом. Буру-буру-буру. Буру-буру-бубу. 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 Пу-п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 у. Это музыкальное. Офигительно! Вот... Сопровождение на уровне, да? Да. Музыку не надо накладывать. Приора! Да почему я спрятался, блядь, что везет ко мне сразу? Я за Кратос ушел вообще-то. Ну вот и иди. Это как так? Ты испугался, типа, или чё? Сосон Данил со своим диваном, понял? Ты чё? Ты одурел, что ли? Не. Да почему я такой низкий? Неудобно же играть, вообще капец, эту приору маленькую. Хватит это называть приорой, это нахуй. Я почему я по полу хожу? И чё ты хочешь, а? А ты где? Там, где тебя нет. Собаки! Так и знал, сидишь там ждёшь. Да что я так медленно ещё бегаю? Буру-буру-бубум. Буру-буру-бубум. Ага, интересно, я в окно попаду сейчас с такой высоты. Ошибка, ошибка. Эй, куда ошибка. Ты полетел? Нормально все. Нет, все-таки ошибка. О, пацаны, он же не знает про одну нычку, идем. А, да, в натуре. А, точняк. Офигительно. Пацаны, вход 5 ага. рублей. Давай мы вырежем медалист. Нашел. Я медалист нашел так-то. Да, ну ладно. Давай по новой, Миша, все хуйня. Блять! Да блять, ну баклан, ну нахуя? Когда Антон Баклажан Иванович? А вы точно уверены, что я не знаю нычку, в которой... Вот ты не знаешь про нее. Медалист, блядь, точно. Сейчас рассосется, все рассасывайте, пацаны. 100% проходите. Не знаю про нычку. Как всегда виноват Данил. Ты виноват, заходи сюда, 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 сюда. Дверь закрывать нас не учили, так специально двери вообще открыли, на второй этаж иди. Да. Не, иди на первый этаж. Давай по новой, Миша, все хуйня. Иди на первый этаж. Давай, да, на первый, давай видишь? Давай по новой, Миша, все хуйня. Сука, да вы же тут как-то залазите. Блять, друг друга решили перебить. We must protect the queen. А ну пацаны. Здравствуй, здравствуй. Вы успели или нет? Данил, а что за первый? Быстрее, блять! Прыжок! Понятно, блять. Медалист все сдох, что ли? Да почти нахуй! Без 5 минут труп, ебать! Да нет, ты батл! Так в другое место иди или в очередь, собакен банановый. Сода, второй этаж. Да. Слышишь, подсказка? Да? Извини. В смысле, блядь, подсказка? Диван. Ели, что ли, черти? Какой диван? Ну о чем вы вообще окститесь? И некому жару подбавлять, можно вообще сидеть спокойно. Да где? Кто сейчас по лестнице поднялся? Такой желудь. Я не желудь, я спрятался, а не грецкий орех. Желудь, ты успел? Блин, а у меня как-то пролагивает. Иногда он низко, короче, стоит, а иногда... Вот, да, приор это пролагивает. Сода, я почти в тебя сейчас попал. Сода, где брат? В смысле? Сода! Да? Мне кажется, он никого не найдет.
Я не знал, что так именно можешь запрыгнуть. Иди, второй этаж, дверь дергается. Второй этаж, да? Стой, сучок! Как ты так потихо подошел? Я маленький шифтер. Ёбаный в рот. Ну да, ну конечно. Сучок. Хорошо, да нет, я понял. Хорошо. Давай поиграем с тобой. Давай. Да, блэд. И чё, как играется? Ну, сейчас, подожди, чуть-чуть осталось. Давай, давай. Вот, вот, я видишь, я уже тут. Вот. Ты такой. Здорово. А ты уже ТП. Они грецкий орех. Да. Не понял. Не понял. Чё ты не понял, Сода? А, ты наверху, на диване. Боже, ну там же долго идти. А чё делать? Сука. Ну ладно, хорошо. Я не могу с багом, с этим тупым, короче, это, прыгать нормально. Так, Медалист умер? Трындец. Да, блядь, меня испугали, нахуй. Испуганный медалист. Жесть морить до конца. Ты такой желудь, а не грецкий орех. Да где ты? Слушай, медалиста убил, теперь убей меня. Анальная девственность, я лишь... Ну ты что стонешь? Затравочка, Данил, затравочка, да? Ага, пусть найдет. Сможет, что? Интересно? Ну давай, давай. Ну где ты есть? Ну ёб... Бамп! Бампер отрывал. Сука. Она не поддалась, она еще и спалила меня на походу. Ну ты... Против меня. Сам палишься, что... Стратег тоже. Собака. Я ж тебя слышал, ты по машине прыгнул. И все? Что все? Ага! Давай по новой, Миша, все хуйня. Я также умер, блядь. 2 хп. Да стой! Я тебе свечку уже поставил, блядь, ну у тебя 2 хп, ну пизда. Ты такой желудь, а не грецкий орех. Ты такой желудь, Сода, а не грецкий орех. Пидор. Ты такой желудь, а не грецкий орех. Грецкий орех. Ну вот это нычка много. Вообще, это мощная нычка. Я тебе подсказку дал, Наклз. Карты, главное. Сода, посмотри. Чё? Ты мутал. Я понял. Анальная девственность, я лишу. Боже мой, ну это долго туда идти. Анальная девственность, я лишу. И бессмысленно. Да плотская хрень. Смотри, если бы в него гранты попал, он бы сдох. Данил, где свою нычку? Данил, где свою нычку? Окей, туда. А, тут тимплей. Давай реально тимплей, да, я скажу когда. А что за? Что за? В рот я вас! Я понял, что вы хотите. И Сода в войнычку попёр. А как? А, все понял. Ты такой желудь. Ты такой желудь. Да нет, только предупреди. Ты такой желудь. Хорошо, я бы предупредил тебя, если бы тут не кое-кто. Высокоинтеллектуальный. Кое-что произошло. Так, я... Сода, блин! Высоко... Антон, ты готов? Нет, я ушел оттуда. Ну ладно. Сода! Посмотри. Куда он делся? А я знаю этот телепорт. Ты такой желудь. Да. И такой топот. Данил, скажешь, когда он вниз упадет, сука? Но внизу пока нет. Он не упал, он перепрыгнул. Ладно. Он прыгает, собакен. Ты такой желудь, а не грецкий орех. На тебе подсказку. В натуре. Видел, куда подсказка прилетела? Нет. Блэд, да что ж такое? А, вообще на меня забивает, я понял. Я видел тебя. Понятно. Воу, медалюга, ты чё такой опасный тут, а? Не долетел, да? Сейчас ты получишь, блядь, свою грецкую. Минус, Антон. Сука, Димай, боженька. Димай, просто боженька, отвечаю. О, привет, Кратос. Блядь, как вы достали, сука, подземельные, а? Так я сам хотел. Не иду хорошо. Ты серьёзно? Медалис, хочешь подсказку? Они грецкий орех. Ты такой желудь, а не грецкий орех. Я не всасываю. Стены, блядь. А, ну закрыть. Ай.
Я думаю, что пролезть в него надо. Сука, что ли? В натуре. А что там такое? Да он только сейчас допер, что там открывается. Сложно, блядь. А где ты он? Можешь нести только одни гранаты, блядь, я дрищ походу. А заниженная приора маленькая, он не знаю. Да это на самом деле неудобно играть так. Так, ну и где тебя носят, блядь? Я на крыше. Наверх посмотри, Данил, справа, сзади тебя. Сзади тебя, блин, Иван! Я тебе говорю, ты не слышал этот топ. Да ладно, серьезно? Нет, вот Антон. Да, я похож на красного гоблина. Та хз, блин, не проверял. У меня 5 хп, у меня 5 хп, у меня 5 хп, у меня 5 хп, у меня 5 хп. Спасибо, Данил. Это ты за... Я думал, ты... Наклз бежит за мной, это ты бежал. Я желтый, мать твою. Я не смотрел, я боялся. Девственность, я не желтый. Она же девственность. Я ненавижу тебя! Так, минус один, опять залагал, да, Антон? Теперь остался следующий. Нет, теперь я получил, блин, сок хп. Бля, дядь Квантум достал. Педро! Бля! Я тебя упал. Ебать. Сейчас он зайдет и увидит тебя, смотри. А где ты? А где я, медалист? А я хуй тебя знает, блядь. А я тоже фиг тебя знает. Да он тебя, наверное, увидел. Ни хера не видел. Да ты меня видел, ты врешь. А на крышу смотрел? Нет. А почему? А вот надо было смотреть, да. Нет тебя на крыше, Жок. Да что ты говоришь? Там же на крыше, сука, сидит. Фу, ё-моё. Да, да, не вот, если все было бы... Да, блядь, сколько можно? Сколько вот этих подземных крот, блядь, путей, сука? Сам ты крот. Ты нажал? Да. Где? Так у него тут до пизды, слышишь, норок, ебать. Все, я свалил. А ты ж теперь дверь не закроешь, Данил. Сука, я не повелся. Вот, он умнее стал. Оно эволюционировало. Ну давай, блядь, давай, давай. Сейчас вот мы, на блядь, белом диване поднимись. Посмеемся. А. Ага, на белом, на черном, блядь. Красные макосины. Они глядят. Пошел нахуй. Да. Ты знаешь, где медалист улица? Место встречи изменить нельзя. Крыша. Иди на крышу. Иду. Иду. Пока. Не пока. Да. На белом диване поднимись. Дал... Окей. Хп с Гулькин хуй. У него год прописан, медалист. Ах, он чё? Ты сам же на свои же грабли. Так и задумывалось. Да? Да что? Да. Медалист, хочешь подсказку? Давай по новой, Миша, все хуйня. По новой, давай, медалист, все фигня. Бэм. Заходи в комнату, вот. Вот в эту? Да. Собака! Ты сам упал, что ли, туда? Да. Тут понять не может. Я думал, это он сидит. Я тоже думал, что это за красная дичь. Прыгай. Так. А, сидит. Блядь, просто, ну вот, сука, ну вот... Блядь, просто полтычки, ебать, не хватает. Медоби, первый этаж. Он сам пытался... Где, блядь, ты где, сука? Ребят, ну что же, на этом все. Это был CS GO Knuckles Маньяк. Понравилось видео, хочешь больше таких, с тебя лайк, подписка и комментарий. Всем пока и до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока, пацаны.